снимать нечего, тут как бы платье. Хватит снимать. Ты что снимаешь? Ну не снимай, ну ты че? Вот нам сказать, что нельзя. Мы все же пойдем. Пошли. О, смотри, смотри, тени. Мы такие красивые. Привет, друзья! С вами Типа СМИ, и мы находимся на 7-м офицерском бале. Между прочим, он благотворительный. Пойдемте посмотрим, что здесь происходит. А что будете делать? А, участвовать в представлении с богиней. А можете вот так сделать? По-моему, готовы вас перебить. Сомневаюсь. Долго ты готовился к этому балу? Я готовился к нему уже с августа месяца. Да ладно. А дама ваша? Ну мы вместе как бы. Молчи, нет. Идеальные мужчины, сказали, когда молчат. Дорогие гости, мы просим всех встать. Друзья, Севастопольский бал – это море эмоций, но самое главное – знайте все танцы. Если вы танцы не знаете, вы здесь замерзнете и захотите уйти пораньше, так как я. Поэтому учите танцы, приходите на следующий год и будете Севастопольский вайс.